Украина-корреспондент пресс-службы Вооруженных сил Донецкой Народной Республики побывал в Докучаевске, который подвергся массированному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины и смог зафиксировать последствия варварских действий украинских карателей. 20 ноября 2017 года в районе 17 часов Вооруженные силы Украины осуществили обстрел со своих позиций с применением боевой машины пехоты 2 из 30-миллиметровой автоматической пушки города Докучаевска. Повреждение получило огромное количество домов практически по всему городу. Как раз в это время жители возвращались с работы, дети шли с учебы. Только по счастливой случайности никто не пострадал. Во время обстрела успели укрыться. Огонь ввелся беспорядочно. Сейчас мы находимся на улице Гвардейская между домами 39 и 40. В район этих двух домов упало 4 снаряда 30-миллиметровых. Вот видим одно из попаданий в заборе. Также в этот же дом попало в крышу. Здесь поврежден гараж и в летний душ. Все снаряды были осколочно-фугасные, то есть давали большое количество осколков. Здесь в этот момент никого дома не было, только благодаря этому никто не пострадал. Так дома не повреждены. Такое ощущение, что специально целятся в окна. В 17.00, 16.58 я зашел домой, мама только вышла из дома, пошла гулять с собакой. Я зашел, ну сколько надо снять куртку, это самое, башмаки, и зашел, вот, только за угол зашел, сразу прилет. В том направлении у нас... Это Новотроицк идет, дальше сдвигаемся, идет у нас разъезд. Это самое, за разъездом идет этот самый, переходим уже Еленовка, дальше движение. От Новотроицка сдвигаемся, это у нас идет Дубки, после Дубков у нас идет уже дальнейшее, это вот, ну, то, что стоит напротив Амоналки. Николаевка у нас вот с балкона уходишь, вот здесь по этому самому. Адрес какой у вас, скажите? Докучаевск, Комсомольская, 45/8, квартира 29. В основном микрорайон страдает, шрапнель идет, ну, стреляет. Они как раз над городом стреляют, чтобы этот самый. И вот она как работает, это самое. Так они по городу, куда она попадает туда. Потому что вчера началось отсюда, ушло влево и потом пошло вправо. Вот, потому что пострадали дальше два машины. Это самый, первый выстрел пошел у нас, и потом пошло туда смещение. Ну, насколько у нее радиус позволяет этот самый. Вот, и в обратную сторону, потом в ту сторону пошла стрельба. Все над городом, в основном, ну, где куда залетит. Видно, на дальность кидает и все.